8 часов утра, улица Западная. Глава города совместно с представителями служб ЖКХ обследует территорию. Алексей Кашаев прибыл сюда по многочисленным жалобам горожан. Тротуар, который здесь находится, также в плачевном состоянии. Местные, поэтому сейчас вот дал задание городским дорогам, чтобы просчитали на следующий год ремонт данного тротуара. Нарекания вызвал и внешний вид торговых точек. Старые киоски должны быть заменены на новые контейнерные площадки. В Первомайском районе тоже вызвали вопросы у комиссии. Информация на них не соответствует действительности. На данном контейнере есть несколько мусороперевозчиков, которые по очереди вывозят. То есть 2 месяца один, 2 месяца другой. То есть необходимо обновить паспорт контейнерной площадки, поручения Алексея Михайловича. А также убрать мусор возле торговых точек. Это еще одна задача для владельцев киосков, которые в Первомайском районе находятся в изобилии. Мне больше всего не понравилось сосредоточение пивных заведений на данном участке. И, соответственно, данные пивные заведения вокруг себя и не наводят тот порядок, который должны заводить. Сейчас также дал указание, чтобы поставили все хозяйство на контроль. Татьяна Баловнева, Анжелика Боровинок. Наше время.